Всем привет! Сегодня я хочу вам показать массаж в домашних условиях, который я делаю уже на протяжении 5 лет. У меня есть старое видео, где я делаю этот же массаж 5 лет назад. На этом видео мне 40 лет. Итак, сейчас мне 45 лет, но благодаря массажу для лица мне удается продлить молодость. Я сегодня вам покажу, как я делаю этот массаж. На YouTube очень много роликов именно с этим массажем. По-моему, он называется массаж Асахи, но я его сделала на свой лад. Взяла несколько упражнений, пользуясь этими упражнениями в течение 5 лет. Этот массаж мне помогает восстановить лицо, сделать его более красивым и поддерживать овал лица. Этот массаж я делаю не каждый день, раз в месяц, потому что все-таки любимым моим массажем остается точечный массаж. Но про точечный массаж мы поговорим в следующих видео. А теперь я вам покажу, что я делаю именно в домашних условиях, какой массаж я делаю и что мне помогает. Сначала я беру масло, у меня оливковое масло, разогреваю его в руках, потом наношу на лицо. Разогреваю лицо, провожу 3 раза по лимфопротокам. Упражнение первое – укрепление лба. Упражнение второе – укрепление области глаз и предотвращение отека вокруг глаз. Четвертое упражнение – укрепление области рта и подбородка. Упражнение нижней части лица и подъема щек. Упражнение устранения носогубных складок, укрепление мышц. Упражнение для щек. Раздвижение скуловых костей. Девятое упражнение – лифтинг лица. Десятое упражнение – это коррекция овала лица. И завершающее упражнение – это зигзообразное разглаживание лба. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам такой массаж понравился, и вы будете с легкостью выполнять его дома. Оставайтесь всегда красивыми и здоровыми. До новых встреч. Увидимся в следующих видео. Всем пока!